В Твери стартовал сезон школьных олимпиад. Торжественная церемония открытия, приуроченная к этому событию, прошла во Дворце творчества детей и молодежи. Там собрались школьники, которые планируют участвовать в интеллектуальных состязаниях, победители и призеры прошлых лет, а также их педагоги и наставники. Школьный этап Всероссийской олимпиады – первый и самый массовый. Именно с него начинается годовой интеллектуальный марафон, в котором принимают участие лучшие школьники страны. Напомним, Всероссийская олимпиада – самая престижная в системе отечественного образования. Она проводится ежегодно по 24 предметам в 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры заключительного этапа зачисляются без вступительных экзаменов в государственные вузы. Уверена, что в этом году наши школьники готовы показать свои знания, свою организацию в этих самых больших масштабных интеллектуальных испытаниях страны. 11-классник Денис Садов – опытный участник школьных олимпиад. В прошлом году он стал призером заключительного этапа интеллектуальных состязаний по истории. Теперь молодой человек имеет право поступить без экзаменов в любой вуз страны в соответствии с профилем олимпиады. То есть, если я пишу по истории, то я поступаю, например, могу поступить без экзаменов на юриспруденцию, ИСТФАК, международные отношения, философию и религиоведение. Ульяна Почвас увлекается музыкой, учит иностранные языки, занимает первые места на различных предметных олимпиадах. Из последних серьезных достижений – победа в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Ich muss das wirklich mal betonen. Ganz früher waren die Zitronen. Ich weiß noch nicht genau mehr, wann dies gewesen ist, so süß wie Candies. Это шуточное стихотворение, потому что кислый и злой – это одно и то же слово в немецком языке, и поэтому это игра слов. В течение учебного года интеллектуальный конкурс будет проводиться на базе школ в очном формате. По 6 предметам – астрономии, биологии, информатики, математики, физики и химии – в режиме онлайн. Ожидается, что всего в нынешнем учебном году в олимпиадах примут участие порядка 12 тысяч тверских школьников.